теперь это приходит. Я почему начал собирать информацию именно по сеансам, да. Новосибирская область, внимание. Ну да, мелкий, ну, ну что хотите. А что, это уже не абрикосы? Вот, это та самая область, которая не подпадает под ту линию. Новгородская. Да, не, ту линию, где суперавторитет писал, меньше, что там, невозможно что там меньше абрикосов, чем пальцев на руках. То есть, получается, видите как? Вот. Дальше. Я вынужден, потому что сейчас я делаю упор на сеансы. Это мне деваться некуда. Во-первых, тогда не продам. Если я буду утверждать, что из сеанса ничего путнего не вырастет. Вот. Железо. Сеяние с абрикоса пересажено. Ну, понятно, что это мой брат. Осенью 16-го года в 2-летнем возрасте. Ныне засвел первый раз. Из-за теплой зимы и холодной весны завязались несколько плодиков. Созревает на 25-8 штук. Ну, Костромская область. Это север считается. Надеюсь, дозреет нормально. Котский снор посажу под зиму. Для естественной сертификации по методу Латинкова. Юрий Железов. Вот, любуйтесь. Пусть такой урожай скромный, но это все-таки сеянец. Вот. И не скажешь, что из Манжурца дикарь вырос. Также. Ачинск. Игорь Цыванюк, привет. Смотрим. Ну что, это абрикос. Ачинск, это километров 400 на север, да? Это от Красноярска 200 километров. Вот. Ну и, видимо, где-то в бок. От нас где-то 340 километров. Да. Так. Вот. Культурная вишня вырастила. Это тоже мое. Ну что, это во мне это не дикая степная. Вот. Аленка, я потом покажу свою Аленку. И у него задичало. Ну как задичало? Вот. Ну как сказать? И у меня также. Редкий случай, когда прививка на Сибирку дает такие плоды с годами. Так, теперь, ну это уже что? Но это черенки. У него получилось. Это один из моих суперсортов. Красиво. Ну, черенки, посмотрите. 55 граммов. У меня больше 40 не получалось. Ну, значит, еще не предел. Ну, красота, да? 55 граммов венгерка. Вот. Уральское наливное плюс мелба. Вот по Мячинск. Ну, это уже не комментирую, потому что это, ну как, не мое направление. Ну, а теперь смотрим еще одного. Сеянец абрикос Амур. Полюбуйтесь на это. А академик. Я подозреваю, что он с черенков, ну, просто подозреваю. Почему, сейчас поймете. Вот это вот академик. Вот это вот красавец, Жердаль Мелитопольский. Ну, понятно. Тут сравнения никакого, но это явно не привито, это не знаю, это не знаю. Вот, сейчас я объясню, в чем, так сказать, секрет. Жердаль Мелитопольский, а ведь я его с Украины привез, не как дикаря, а как самое мелкое, то, что там растет где угодно, а тут все-таки Сибирь. Ну что ж, вполне прилично получил сеянец. Это первый сеянец, который лично я вижу. Дерево привито есть, одно огромное, все при нем. Но я никогда потомство не получал. У меня под ним растут саженцы, они до сих пор никому не нужны. Вот. Затеняет, медленно растут. Ждут пересадки на чистое место. Я показывал их не раз. Ну, самосев. Так никому не надо. А вот, пожалуйста, человек вырастил. Вот. Ну, скорее всего, я догадываюсь, что... Посмотрите, вот этот снимок. Вот. И вот этот жуть. Смотрим. 440 грамм, это получается, да, если 4, на 5 разделить, если на 5, то получается по 90 грамм, а ну, если на 4, тарелочка еще. Нет, это не тарелочка так. Не считается. Ну, я уверен, что это из черенков, сейчас объясню в чем. И вот сеянец, как этот самый, академика, сеянец, сегодня, видите, я упорно это делаю. Вот. Ну, дальше уже пойдет другая тема. Что я хочу сказать? Мне написал эту информацию, я нашел в этом одноклассника Троценко Павел. Попытался связаться, он как бы помогает мне искать такие случаи. Не все же мне докладывают.
выясняется фамилия этого товарища Козел. Вот. И я припоминаю, что у меня был такой товарищ. Много-много лет назад он мне чего-то выписывал. Вот. Ну, судя по тому, что из сеянца, значит, косточки выписывал. Вижу огромные академики, значит, наверное, черенки выписывал. Вот. И он пытался с ним связаться. Ну, как это рассказ, как у него получилось, но уже не заинтересуется. Ответ у него был такой: мне некогда. Вот. Ну, мы не стали дальше лезть к нему. Вот это самое, без всякого обмана его фотографии. Ну, а дальше не знаю. Вот человек идет своей дорогой, я его поздравляю. Но я использовал фотографию, это мое право. Он же пишет Сенец, Железова и так далее. Вот так.